Привет, мои любимые. Прибежала ко мне Хорита. Гавкает на весь дом. А я даже не знаю, сколько время сейчас. То ли 4, то ли 3:30. Вроде еще темно. И Бусечка со мной тут спит. Рядышком и Хора пришла. Привет, мои любимые. Доброе, прекрасное раннее утро. Майское, весеннее, вторническое. Да, уже вторник. Ну и птичечка пришла, просится на улицу. Мое солнышко, сейчас пойдем, сейчас. Какать? Какать хочешь? Какать? И ручки мне лижет, и лапкой меня бьет. Хочет на улицу, не может. Моя радость, моя девочка золотая, пришла к Ирочке, просится на улицу. К Юлечке не идет, к Ирочке идет. Сейчас видела собачку такую малюсенькую, так на ручку ее посадить. Такая беленько-кремовая тойка. Девочка. У нее такой носик. Вообще я не могу, я влюбилась. Послала подруге. Говорю, хочу такую собачку. Она говорит. А Бусю свою куда денешь? Причем тут Буся? Непонятно. Если, например, я хочу сына, а у меня уже есть дочь, мне скажут, куда ты дочь денешь? Ничего не понимаю. Ну, в общем, у каждого свои представления. Значит, если у нее есть Хора, и она захочет Ваську, или Бориса, или Петьку, то она будет ущемлять себя в своих желаниях. Понятно. Ну, а я безгранична. Поэтому у меня не один ребенок, а четверо. Да? Хорита. Да, Хорита. 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 Надо посмотреть хоть сколько время. Эй. Эй. Собачка. Собачка. Ты хочешь гулять? Где собачка? Где собачка? Хорита. Где Буся? Буся? Буся. Где Буся? Ладно, пошли, но там еще темно. Ничего? Или ты просто ко мне хотела в комнату, поэтому лаяла, а не гулять? Походу, ты спишь. Лапочки мои, ноготочки. Красивые. Дай лапку, дай лапку. Хора, дай лапку. Дай лапку. Дай. Дай лапку. Ну дай, спасибо. Спасибо, моя девочка. Спасибо за лапку. Моя птичечка любимая. Пришла к Ирочке, соскучилась. Соскучилась, да? Сейчас пойдем гулять. Какать. Писать. Палочку искать. Мячик. Где ты там мячик бросила? Возле стадиона. Хорчик, где мячик? Где мячик? Что, будешь спать? Или пойдем? Моя девочка. Мое солнышко. Ручки мне лижет. Дай лапу. Хорит, не даешь? Не даешь лапку свою прекрасную? Эй. Эй. Ритунзия.